уезжаешь, сам виноват. Если что и раздражает женщин, так это щетина, и они готовы с ней бороться. Чем больше мужчин переставали бриться, тем хуже становилась кожа женщин. Мужчины царапали их на улице, в ресторанах и дома. На улицах не было видно девичьих улыбок. Раздражение и царапины покрыли их лица. Но были те, кто отказался мириться с колючестью мужчин и организовал самое массовое движение женщин в 21 веке. Я это сделаю сам. Теперь девушкам нечего бояться. Раздражение и царапины позади. Gillette. Скажи его щетине «нет».